Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в Большом зале Московской консерватории на благотворительном концерте, посвященном всем медикам, самоотверженно сражающимся с коронавирусом. Таккату и фугу ре минор Иоганна Себастьяна Баха исполнил победитель международных конкурсов Константин Волоснов. На сцену приглашаются ректор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор Александр Сергеевич Соколов, президент Международной ассоциации врачей имени Федора Петровича Гааза, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Дмитриевич Паршин, и президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук, профессор, лауреат премии президента Российской Федерации Евгений Евгеньевич Очкасов. Добрый вечер, уважаемые господа, товарищи, друзья, коллеги, дорогие артисты, музыканты, дорогой ректор. Вообще жизнь очень интересная. Я бы никогда не мог подумать, что вот еще 2 месяца назад, наверное, никогда не мог представить, что так сложится, что я выйду на сцену Московской консерватории и что-то отсюда буду говорить. Я хирург, и у нас немножко другие сцены, другие аспекты, где мы работаем. Я очень рад, что сложилось так, что мы можем сегодня быть в этом зале, что мы можем посетить вот эти уникальные стены, намоленные сцены. Наверное, в городе точно, да и в нашей стране нет такого учреждения. Я еще раз большое спасибо организаторам за то, что мы встретились. Дорогие друзья, наша с вами профессия, она связана, наверное, с одной из благороднейших таких целей, целью спасения. И вот недавно все мы, вы в том числе, попали в ситуацию совершенно непредсказуемую. Мы еще не могли себе представить полгода назад, что это может быть, что может возникнуть пандемия, которая всех нас переквалифицирует, инфекционистов, и мы все выйдем на борьбу с этой инфекцией. Я благодарен всем вам за то решение, которое в свое время вы приняли. Это было тяжелое решение войти в красную зону, опасное решение. Я благодарен вашим семьям, передайте им, пожалуйста. У них тоже было тяжелое решение отпустить вас на этот фронт. Они тоже рисковали. Большое им спасибо от всех нас. Но, к сожалению, борьба еще продолжается. Продолжают поступать новые и новые пациенты. Продолжают инфицироваться, болеть наши коллеги. К сожалению, за всю эту историю пандемии мы потеряли, и вы, наверное, тоже все в своих учреждениях потеряли наших коллег. И это очень тяжелые всегда утраты. Я хотел бы вас попросить почтить их память вставанием сегодня. Спасибо. Жизнь продолжается, и мы в этом зале. Я надеюсь, что сегодня мы получим большое удовольствие от общения с прекрасным, с музыкой. А музыка – это искусство, а медицина все-таки, несмотря ни на что, остается искусством, потому что мы в этом убедились совсем недавно, ведь по существу у нас не было, и на сегодняшний день практически нет радикальных средств борьбы с инфекцией, и успех определялся самоотверженностью врача, его профессиональным опытом, с той самоотдачей, которой он мог посвятить этому делу. А российской медицине это очень присуще. Ярчайший представитель – это доктор Гааз, который был сподвижником оказания помощи страждущим и
российско-германское общество имени доктора Газа на сегодняшний день существует и, так сказать, является одним из организаторов вот этого мероприятия. Я хочу вам пожелать, чтобы вы получили большое удовольствие от общения с великим, тем более в этих уникальных сценах, где даже я вот говорю и слышу вот этот эхо какое-то. Поверьте, мы никогда в докладах такое эхо не слышим. Я вам всем хочу пожелать здоровья, крепкого. У нас еще впереди много трудностей. Здоровья вам и вашим родственникам. Спасибо. Дорогие друзья, коллеги, я рад приветствовать вас сегодня в стенах нашей Московской консерватории. Московской консерватории совсем недавно исполнилось 150 лет. И вот тоже вот мы общались с Александром Сергеевичем, он сейчас рассказывал очень интересно про консерваторию. Оказывается, вот орган, который мы видим, ему уже около 120 лет. То есть, представляете, сколько в этих стенах проходило интересных различных мероприятий. И сегодня мы удостоены чести здесь находиться. В этом году Российское медицинское общество, которое я представляю, отмечает 140 лет со дня своего создания. И, конечно, за многие эти годы российские врачи продемонстрировали героизм в различные периоды нашей истории. Да? Это и в периоды сложные начала прошлого века, и в годы Великой Отечественной войны. И даже нашим с вами современникам, нам с вами, тоже пришлось столкнуться с ситуацией непредвиденной, тяжелой борьбы с коронавирусной инфекцией. Как сказал Владимир Дмитриевич, к сожалению, сегодня не все с нами здесь в зале. Некоторые, к сожалению, проиграли в борьбе сами врачи с коронавирусной инфекцией, но при этом они выиграли борьбу с коронавирусной инфекцией за жизнь своих пациентов. И, конечно, именно благодаря самоотверженной работе врачей, вас, дорогие друзья, именно в России имеются одни из наиболее лучших показателей в борьбе в мире в борьбе с коронавирусной инфекцией. И именно российские ученые разработали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. И мы можем гордиться этим. И, конечно, врачам тоже нужна поддержка. И то, что сегодня деятельное искусство, то, что сегодня артисты Московской консерватории нас сюда пригласили и оказывают нам такую честь, и в честь нас с вами сегодня звучат лучшие таланты консерватории, конечно, это дорогого стоит, и я просто хочу от всей души, от российских врачей, от российского общества медицинского поблагодарить Александра Сергеевича за такую возможность. Спасибо, Александр Сергеевич. И, конечно, находясь в гостях, нельзя приходить в гости с пустыми руками. И тоже от российских врачей хотелось Александр Сергеевич в Московской консерватории вручить подарочный сертификат на биоимпедансный анализатор обменных процессов и состава тела АБС-202-МИДАС для медицинского центра Московской консерватории. Это нужный прибор, мы приедем, обучим, как им пользоваться. Так что для здоровья студентов консерватории Московской. Хочу вручить вам. Спасибо вам. Спасибо. 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 Дорогие друзья, я очень рад, что я имею сегодня возможность от имени всех моих коллег и студентов, и преподавателей, сотрудников Московской консерватории низко вам поклониться. Действительно, в наше время фраза «пожелание доброго здоровья» перестала быть расхожей, перестала быть фигурой речи. Она наполнилась совершенно особым смыслом, и напряжение, с которым мы ее теперь слышим, действительно отзывается в сердце каждого человека. И, конечно, в Московской консерватории тоже были очень сложные ситуации, связанные с заболеваниями наших студентов, наших сотрудников, педагогов. И слава Богу, что мы не потеряли ни одного человека благодаря вашей помощи. И сейчас на самом деле не только борьба с этой страшной инфекцией, но борьба с каким-то стереотипом мышления становится еще одной победой.
победой которой возвращает нас, может быть, к той странице истории России, еще России дореволюционной, когда существовал институт земства, и духовной скрепой общества была названа такая триада – врач, учитель, священник. Вот, наверное, сейчас некоторый такой символ веры, он опять возвращается к такой очень важной триаде, и поэтому вот все, что сейчас происходит, происходит именно на этом перекрестке. Сегодня на нашу сцену будут выходить немногие из тех, кто хотел на нее выйти для того, чтобы явить свое искусство для вас. Но это лучшие из лучших, и поэтому сегодня этот концерт на самом деле останется в памяти и у тех, кто в зале, и у тех, кто будет выходить на сцену, как очень радостная возможность нашего духовного единства. Но что касается этого подарка, он, как говорят, дорога ложка к обеду, потому что мы сейчас строим очень современный, новый, многофункциональный студенческий центр, и там будет очень хорошо организовано медицинское сопровождение нашего учебного процесса, всей деятельности консерватории. Поэтому вот этот подарок очень дорог и сам по себе, и как символ нашего единства. Большое вам спасибо и приятного вам вечера. Чайковский, ария Иоанны из оперы «Орлеанская дева». Лауреаты премии города Москвы в области литературы и искусства, народная артистка России, солистка Государственного академического Большого театра России Елена Зеленская, сопрано, партия фортепиано, заслуженная артистка России, профессор Елена Савельева.
Но осталось мне постигнуть.
Леон Кавалло, «Рассвет». Брамс, соната номер 3 для скрипки и фортепиано, ре минор, сочинение 108, третья и четвертая части. Исполняют заслуженный артист России Никита Борисоглебский, скрипка, народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации, профессор Николай Луганский, фортепиано. Thank you.
Thank you.
Чайковский, ария Германа из оперы «Пиковая дама». Легар, ария Сучонга из оперетты «Страна улыбок». Исполняют солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства и национальной оперной премии «Онегин» Николай Ерохин, тенор. Партия фортепиано Елена Савельева.
deine Ich möchte deine Waden trinken und beten dir zu Füßen sinken dir. Dir allein, wie wunderbar. Рахманинов, четыре прелюдии, сочинение 23, номер 6, ми бемоль мажор, номер 7, до минор, номер 4, ре мажор, номер 5, соль минор. Исполняет Николай Луганский.
Дорогие друзья, благодарим за внимание. До новых встреч!